Правительство Колумбии и повстанческая группировка «Армия национального освобождения» договорились о начале официальных переговоров о мире. Они должны стартовать в Эквадоре 27 октября. По словам президента Колумбии, встреча будет всеобъемлющей. Добавлю, группировка АНО, создана в 1964 году, является вторым по численности леворадикальным повстанческим объединением страны после революционных вооруженных сил Колумбии. С момента своего образования она ведет борьбу против правительства. Сейчас группировка в своих рядах насчитывает около 1500 бойцов. Война имела различные воздействия на мужчин и женщин, на сельское и городское население, на афроколумбийцев и коренные народы, на детей и взрослых. Все это надо учесть. Мирное соглашение с армией национального освобождения даст новый виток развития и станет памятной датой в истории нашей страны.